Шухов, Моресьев или Ватутин. На выбор жителей региона такой шорт-лист в финале национального конкурса «Великие имена России». Этот масштабный проект по присвоению 47 аэропортам страны имен выдающихся соотечественников курирует Общественная палата России. На официальном сайте великиеимена.рф за своего кандидата в Белгородской области уже проголосовали более 7 тысяч человек. Так, с отрывом почти в 400 голосов лидирует полководец Николай Ватутин. Но до 30 ноября, дня завершения голосования, все еще может измениться. В эти дни волонтеры Победы открыли офлайн-точки в аэропорту и на железнодорожном вокзале Белгорода, чтобы помочь белгородцам определиться с выбором. Наша задача состоит в том, что мы каждый день приходим на точки и опрашиваем людей. Они выбирают из шорт-листа из трех человек, одного человека, который они считают заслуживает звания нашего аэропорта. Проголосовать с помощью анкеты волонтеров или на официальном сайте конкурса, а также в социальных сетях в группах «Великие имена России» сможет любой желающий. Но при одном условии. Голосовать нужно по принципу «один голос, один аэропорт, одно имя». Все результаты станут известны уже 5 декабря.